Результаты госэкзамена по русскому языку в этом году приятно удивили. Ведь треть школьников Северодвинска набрали 80 баллов и выше. А вот не справились трое. У них есть шанс пересдать ЕГЭ. В этом году ЕГЭ по русскому языку сдавали 965 учащихся северодвинских школ. Четверо отсутствовали по уважительной причине, а трое не справились с экзаменом. У тех и других будет возможность прийти на пересдачу 22 июня. Средняя оценка в этом году 69 баллов. Это на 3 балла больше, чем в прошлом. Ни в одной школе не замечено нарушений. С экзамена никого не удалили. В этом году рекордное количество тех, кто сдали экзамен на 100 баллов. Таких 7 человек. В прошлом году было только двое. 100-бальники в этом году у нас есть в лице. В лицее 17 – 3 человека, в школе номер 6, в школе 24, в гимназии 8 и в Северодвинской городской гимназии в 14. Но пока результаты нас радуют. Обучающиеся, родители, педагогические коллективы провели огромную работу. Сегодня прошли ЕГЭ по иностранным языкам и физике, 15 июня – информатика и биология. Впервые единый государственный экзамен провели в 2005 году. Тогда многие относились к нововведению скептически. Сегодня результаты ЕГЭ засчитывают при поступлении почти во все вузы страны.